Погодка наладилась. Вчера был дождь, а сегодня нет. Мухи летают, цветочки цветут. Июнь. Тут еще красивая группа с папоротником. Папоротник и цветочки. Львиный зев, наверное, это, да? Каждый раз я это все забываю. Идем. Просто елки. Сосны. Опять корова и опять ее теленок подросший. В том году мы их видели, они были маленькие. Ну, точнее, он был маленький. Конечно, к ее рогам я боюсь подходить. Ой, как она переливается на солнце. Корова, какая же ты лоснящаяся. Какая вымястая, дает молоко для теленка, но не только. Животные. Телок прям бы обернулся на вас. Откуда мое имя знаешь? Не снимайте меня, папарацци. Богатый. Он бык, не надо его травмировать. По-моему, это тысячелистник, а там дальше озерцо. Точнее, наверное. Вообще-то нет, наверное, озеро. Нельзя же сказать, что это пруд. У него тут вот есть естественный вытекательный момент. Сейчас мы к нему подойдем. Там труба. Здесь вот труба. И куда вот вытекает. Не видно, конечно, ничего. Ну ладно. Ах, хорошо вот как. Тепло, в отличие от вчера. Вчера был такой дуба. А сегодня прям милое дело. Вот он, вытекательный момент. Крапива, тысячелистник. Все. А мы? А, вон там собаки. Вот я их видела. Я думала, они там не знают друг друга. Они знакомы. Они знакомы. Котик. Дома. Вы хотите сюда немножко, да? Вот, немножко, вдаться к воде, на тропиночку. Ой, солнышко. Чудесно. Зимой здесь есть рыбаки, а летом что-то ни одного. Уточки. Сегодня, 21 июня 2020 года, кольцевое солнечное затмение. Это будет третье затмение в этот год. 5 июля будет четвертое. И потом еще два в ноябре и декабре. И все. И отстрелялись. Впереди мостик. И это озеро вытекает под мостом сейчас. Вытекающий момент. Мусора набралось, да. Ну, здорово. Будьте здоровы. Озерцо. У него осталось
грубо говоря, золотая акция, да, он может на что-то влиять. Или там блокирующий. Наш любимый остров с кустом. Тина. Полынь. А запах волшебный. Полыневый. Возьмем домой. Будет дома пахнуть полынью. После серы. На. Красивые голубенькие цветочки посыпались на асфальт. Ну, конечно, на видео они не такие ярко-голубенькие, как на самом деле. Вот там шмель где-то. Шмель, вылетай. Мы тебя будем фотать. А, вон он, вон он, вон он. Человек за работой собирает, опыляет. Красота. Идем к мостику. Утка с утятами. Издалека не видно, черная там или не видно, точнее против солнца не видно. Они сейчас убегут все, как я подойду. Да, черная, мне кажется, прям черная-черная. Слушайте, это не такая утка, как обычная. Ага. Тут что-то нет, уточек не видно. Видно, кувшинки вот цветут. Жопотинки. На период, знаешь? Куда? На период. Ну, подождите, что мне всякую показываете надписи наскальные. Не так это интересно. Я счастлива. А, ну ладно, давайте, какая-то смешная надпись. Ходи, ну все конем, я счастлив. Вот так. Интересно. Place of worship. А здесь кладбище, Мементо Море.
как-то, по-моему, заблюрено пальцем. Низкоэтажная застроечка, и они тут пустырь облагородили до состояния аллейки с прудиком, до прудика. Ну, точнее, это, наверное, озеро. Ну, в общем, мы туда сейчас пойдем. Иди, я ушла.